Православные христиане сегодня в Великую Пятницу вспоминают о страданиях Спасителя и его смерти на Голгофе. Этот день самого строгого поста. В храмах по традиции проходят особые службы, когда выносят плащаницу, полотно с изображением снятого с креста тела Иисуса. В Москве богослужение, называемое Великой Вечерней, провел патриарх всей Руси Кирилл. А в эти минуты в храме Христа Спасителя начинается утреннее, во время которой совершается так называемый чин погребения с крестным ходом, символизирующим траурную процессию. После этого верующие смогут поклоняться плащанице до позднего вечера Великой Субботы. Ну а затем скорбь сменится пасхальной радостью. В ночь на 1 мая во всех православных храмах начнутся праздничные богослужения, посвященные встрече Воскресения Христова.